Я бы хотел поблагодарить обе команды сегодня за характер, потому что понятно, что погодные условия – это не тот фактор, на который стоит обращать внимание при достижении результата. Но считаю, что в таких условиях сегодня, да, обе команды достаточно хороший футбол показали. 5 забитых мячей. Вот, и мне кажется, показалось как тренеру и по качеству игры. Конечно, я больше буду акцентировать внимание на своей команде. Мы достаточно хорошо действовали, организованно. Скажу так, что голы, которые мы пропустили, второй гол, наверное, это такой неожиданный момент, да? Но первый гол – это неправильное действие в атаке, которое позволило сопернику все-таки на какое-то время вернуться в игру при счете 2-0, когда мы вели и, наверное, заслуженно вели, потому что до этого были достаточно много голевых ситуаций созданы. Единственное, что чуть-чуть реализация в начале первого тайма подвела, ну и во втором тайме тоже. Но затем, значит, мы реализовали свое преимущество, вот поэтому и в первом тайме один гол забили, во втором забили, и в принципе все так было логично, как мне показалось. Но затем вот это неправильное действие на фланге, где нужно было сохранить мяч, расширив свою атаку на левый фланг, мы сделали передачу в середину поля, и пошла быстрая атака соперника, которая привела к взятию ворот. Конечно, тут надо сказать о том, что у Ислыча было достаточно хорошая группа атаки, и мы при анализе соперника акцентировали на этом внимание, что есть быстрые футболисты, которые на пространстве способны создать проблемы сопернику, поэтому тщательно готовились и считаю, что практически справились. Вот. Ну, пропустили, хорошо Митрофанов, по-моему, да, Митрофанов исполнил, да, под себя убрал, пробил в ближний угол, ну что сделаешь, индивидуальное мастерство на хорошем уровне оказалось. Но, тем не менее, еще раз повторюсь, что, в принципе, держали игру под контролем, может быть, чуть-чуть нервная концовка получилась за счет того, что все-таки, наверное, надо было спокойно довести матч до победы со счетом 3-1 и не обязательно этот гол не пропускать в концовке. А так, еще раз, то, с чего начал, еще раз готов повторить, что и моя команда, и Ислыч сегодня не проявили настоящий мужской характер, и физическая готовность обеих команд была на хорошем уровне. В такую жару выдержать темп и с первой до последней минуты, ну, дорогого стоит. И еще раз говорю, надо всегда и соперника в этом плане отмечать. А так, заслуженная победа. Спасибо. Вадим Викторович, изменили вы сегодня немного схему, если можно так выразиться, сегодня Мыков скорее в атакующей группе был. Это конкретно под этот матч или в целом рассчитываете такой схемой играть в дальнейшем чемпионате? Ну, я скажу так, что мы в первую очередь, я уже как-то говорил об этом, что мы исходим в выборе тактической расстановки исключительно из состояния футболистов. У нас хорошая обойма квалифицированных футболистов с хорошим исполнительским мастерством и универсальных футболистов, которые способны сыграть на разных позициях. Вот сегодня мы выбрали такую расстановку тактическую и Ариню поставили справа латералем со смещением в середину под левую ногу. Его мы знаем, что сильная левая нога, поэтому понятно, что акцент на то, чтобы он в середину уходил и наносил удары, делал передачи штрафной, что в принципе он эпизодически неплохо делал. Вот, поэтому, опять-таки, еще раз говорю, отталкиваемся от своего состояния и тех способностей футболистов, квалификация, которая позволяет нам, скажем, варьировать тактическую расстановку. Это как при выборе на игру, так и по ходу матча, где мы можем также перестроиться, и футболисты могут поменять позиции и сработать в другой тактической расстановке. Опять-таки, огромное, скажем так, спасибо, то, что я как главный тренер имею выбор такой среди наших ребят прекрасных. Ну, если можно немного о трансферах, на этой неделе присоединились к Минскому Динамо 2 футболиста, это Алексей Гаврилович. Алексей Гаврилович хорошо знаком болельщикам Минского Динамо. И Даниил Зорин, это аренда из Спартака. Как возникли, возможно, эти варианты, и как вообще ребята в команде адаптировались, и уже скоро ли будет такое? Алексей Гаврилович, я думаю, что, опять-таки, не нуждается в представлении. Он, это уже третий его приход в Минское Динамо. Он был капитаном команды Минского Динамо в свой период, да, поэтому мы знаем его как одного из харизматичных футболистов с хорошим, богатым опытом игровым, да, вот. Ну и плюс его физическая готовность, то, что он сейчас с нами работает, позволяет его уже использовать, в принципе, и с начала второго круга.
И сегодня, кстати, тоже был такой момент в перерыве. Рома Бегунов немножко акцентировал внимание, что есть ощущение, мышечное небольшое ощущение, да, чтобы я как бы в любой момент готов был, если что, будет не на 100% готов во втором тайме. И Алексей Гаврилович готов был выйти и заменить Романа. Ну, Рома доиграл мужественно до конца матч, сработал отлично, гол забил. Вот, поэтому в этом отношении все хорошо. Ну а Даниил Зорин – это молодой российский футболист, воспитанник Академии «Спартака», вот, отлично себя зарекомендовавший на уровне молодежных составов и уже который выходил, несколько матчей провел за основной состав московского «Спартака». Поэтому с приходом молодого футболиста мы также в какой-то степени и качество обретаем за счет его мотивации и стремления проявить в нашем чемпионате. Ну и плюс высокая конкуренция в средней части поля, да, для того, чтобы мы могли всю вторую часть чемпионата, скажем, иметь возможность использовать футболистов, независимо от каких-то других обстоятельств.